Спасение утопающих – дело рук инструктора. Уже второй день программа «Новости по будням» и радио «Шансон Иркутск» совместными усилиями погружаются в непростую профессию – тренера по водным видам спорта на открытом воздухе. Очередная серия и новая дисциплина прямо сейчас. Морская болезнь, иначе и не скажешь. Стоило ведущей радио «Шансон Иркутск» Екатерине Морозовой освоить виндсерфинг, как на следующий урок она приехала в полной боевой готовности. Сегодня будущему инструктору по водным видам спорта необходимо изучить еще одну непростую дисциплину – сапсерфинг. Сапсерфинг представляет из себя доску, весло и самого человека. Человек стоит на доске и гребет. Данный вид спорта зародился от классического серфинга, то есть там разгоняли доску перед волной с помощью весла и дальше уже по волне скатывались. В нашем регионе это произвело популярность от того, что это как вид туризма на воде. Здесь у нас как таковых волн нету, или неподходящие волны по периоду между волнами, там промежуток маленький, поэтому скатываться на волне достаточно сложно. С виду сапсерфинг кажется абсолютно неспешной и расслабляющей дисциплиной, но это не так. Обо всех потенциальных сложностях Екатерине рассказали еще на берегу. На доске привязана такая веревка, это страховка. Ее одеваем на ногу. Эта страховка обязательная. На тот случай, если мы упадем с доски, чтобы доска от нас не уплыла далеко в момент, когда мы упали. Ставки повышаются, но отступать уже некуда. Вооружившись своим рабочим инструментом, Екатерина вместе с наставником отправляется на практическое занятие. Но для начала надо умудриться забраться на неустойчивую поверхность сапсерфа. Мы начинаем катание с колен, чтобы почувствовать равновесие, чувствовать баланс. Также коленки мы располагаем по центру относительно носа и доски, возле ручки, за которой мы переносим саму доску. С этим Екатерина справляется. Следующий этап – встать на доску в полный рост. После долгих сомнений наша ведущая выполняет поставленную задачу. Однако попытка сменить свое положение на сапсерфе завершилась крахом. И стоило один раз упасть в воду, чтобы развеять все свои страхи. Вернувшись на сапсерфе, Екатерина сразу занимает нужную стойку в прыжке и не планирует останавливаться. Наша ведущая продолжает эксперименты, используя прием затопления кормы. Спорт, конечно, любит отчаянных и дерзких, но не в этот раз. Однако, несмотря на два оплошных падения, наставник Екатерины засчитал ей прохождение этой дисциплины. Самое сложное, друзья, удержать равновесие. Мне это немножечко не удалось, но я не расстраиваюсь, потому что в гидрокостюме, надо сказать, очень тепло и даже жарко. Этот вид одежды, вид спортивной одежды, я доселе не использовала. И знаете, теперь нужно срочно ввести его в свой гардероб. Ну а пока Екатерину ждет последнее и самое главное испытание. Уже завтра будущему инструктору предстоит доказать наставнику свою профессиональную состоятельность. Все точки над «и» расставит байдарочный спорт. Павел Солодев, Владимир Пинаев. Новости по будням.